Мы в поселке Октябрьском на производственной площадке компании «Гранит Трейд». Ребята стремительно развиваются. У них было старое здание производственного цеха. Они построили новый и пригласили нас сделать им отопление. Общая площадь производственной площадки более 2500 квадратных метров, состоящая из двух зданий, старого и нового. Здесь мы установили 150-киловаттный котел «Пелитор» и 8 тепловентиляторов. Наши котлы работают даже в таких жесточайших условиях. И поставили мы все это без остановки производства. Сейчас отопление в цехе уже отключено, но заказчик законсервировал на летний сезон тепловентиляторы для того, чтобы оборудование прожило дольше. Друзья, как вы видите, оборудование от компании «Котлов» работает даже в таких суровых условиях. Поэтому, если у вас подобное производство, обращайтесь, мы с удовольствием вам все посчитаем, и все у вас будет вот так работать.